Телекомпания BBC в рамках проекта под названием «100 женщин» ежегодного рейтинга «Женщин», который принимает непосредственно и активное участие в жизни страны, включила в рейтинг 2017 года дочь президента Таджикистана Эмамали Рахмона Азаду Рахмон. Как правило, в данный рейтинг попадают дочери авторитарных лидеров, таких как правители Турции, Пакистана, Анголы и так далее. Дочери президентов благодаря поддержке своих отцов чувствуют себя королевами, которым в стране позволено абсолютно все. Что же касается Азады Рахмон, то сам факт помещения ее в данный рейтинг абсолютно не вызывает удивления. Общеизвестно, что режим Рахмона в Таджикистане является клановым, и дети Рахмона принимают достаточно активное участие в преступлениях своего отца.